22 августа россияне отмечают День государственного флага Российской Федерации. 25 лет назад, в 1991 году, впервые триколор был поднят над Белым домом. На основании указа президента было решено сделать этот день государственным праздником. С тех пор каждый год по всей стране устраиваются торжественные мероприятия. Ленинский район не исключение. В этом году День флага у нас отмечали спортивно-интеллектуальной игрой «Триколор». В ней приняли участие 4 команды. Ребята вспоминали школьный курс истории, чтобы разгадать головоломки, которые придумали организаторы. Каждой команде необходимо прочитать точные параметры флага. То есть им дальше предстоит этот флаг собрать. Точные пропорции 2 к 3. Вот, поэтому им нужно будет еще понять, как листочек А4 разорвать таким образом, чтобы получилась вот эта вот полосочка. Эту полосочку еще предстоит разукрасить. То есть даже уже имея готовый материал, из которого они будут эти флаги изготавливать, флаг Российской Федерации, им еще нужно будет понять, как разорвать эту бумажечку, как ее разделить так, чтобы были соблюдены пропорции. Это очень забавно, искать какие-то подсказки, чтобы в итоге прийти к цели. А в это время на летней сцене у кинотеатра «Искра» шла концертная программа и детская анимация. Организаторы считают, что День флага – это один из тех праздников, который способен не только сплотить граждан России, но и развить в них чувство патриотизма. Люди должны радоваться, люди должны объединяться. А радость – это та опора, которая в первую очередь, конечно, объединяет людей. В конце праздничного мероприятия победители и участники игры на знание истории триколора получили грамоты.